Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Снеговик, Мок, Енот, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Здорово! Всем привет! Привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, какой SCP самый крутой. Мы скачали очень свежий последний пилпак из SCP. Будем смотреть вместе с вами, изучать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Музычку отключайте сразу. Ой, она громкая. Так, подожди, он меня первого убил, ну то ладно. Во-первых, он умеет прыгать. Он умеет прыгать, да, он достаточно быстрый ее. Но что-то он здесь подтупливает. А ну-ка, отходите подальше, давайте посмотрим, высоко он прыгает или нет. Так, надо режим полета отключить. А ну, о, ничего себе он прыгает. Да, я видел, он прям руки вверх. Он на 4 этажа прыгает. Мне кажется, он еще выше может прыгать. Так, он просто бегает, мочит и все. Возьму сейчас какую-нибудь... Смотри! А, он челиком хватает и кушает их. Смотри, давайте я хочу анимацию, может быть, все-таки... Смотри, еще раз. Вот, смотри, он взял меня и в рот засунул мою голову. Видел? И челик, короче... Подожди, выдержит ли он базуку? Подожди-ка. Давай. Ух ты. Не, ему все равно. Погнали. Мочите его. Все мочим. А, отвали, отвали! Пацаны, я буду отвлекать! Эй! Он запрыгнул! А что? Ой, блин, говно, я испугался! Да что он такой хитрый? Блин, я хочу его использовать уже в своих роликах. Этого он кота. За мной это какой-то бешеный кот, пацаны. Умри! Он тебя других убивает. Короче, оружие это его не берет. Давайте какую-то другую оружие. Давайте админский пистолет. Давай монетку. О, убивается. Давай, короче, я его сейчас поставлю, давай. А ты попробуй монеткой. Все-таки интересно. Давай, лупаш. Обстоятельства. Нет, ты не попал. Не попал? Нет. Да ты не попадаешь. Ты только мастила. Ты косожопый. Смотри. Убил. Красава. Так, давай, следующий у нас. Картон док P2. Второй же. О, это на коленке становится. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Это ползучий. Ролики выходят каждый день. Пацаны, как вам его походка? Он 90 хп. Он как-то прикольный очень. Он дамажит по 90 хп. Ой, блин. Случайно не ту кнопку нажал, у меня был админский пистолет. Да я не хотел. Это обстоятельства. Давайте попробуем его забить. Пистолетом. Арбалетом. Монтировка на него, монтировка. Ой, Димка убил не того. Он так прикольно ходит, как будто он нарисованный и плоский, да? Но он не может прыгать, он просто ходит. А, это собака, то был кот. Он, кстати, даже не быстрый. Да он какой-то рахит. Мочите, мочите его. Монеткой может. Давай монеткой. О, возьмите, пацаны, кто-нибудь черное очко. Черное очко? Да, начали. Все, убили, отлично. Так, следующий у нас... Чикен? А почему такое странно? Это курица обычная? А ты удалил мод? Она не убивает это. Она последняя убивает курицу, которая. А, хорошо. Давайте тогда у нас Чикен Хост. О, так подожди, а кто это такое? Это курица такая? Куда она бежит? А куда ты идешь? Эй! Лупите, лупите, лупите. Опа, сейчас мы его разозлим. Вот, злится, злится. Ой-ой-ой-ой-ой. А так прикольно руками машет. Да не, это не я. О, он тоже хватает и хавает за бошку. Видели анимацию? Минус твоя башка, Димас. Минус твоя башка. Так, блин, я невкусный. Валим его. Да ничего, слышишь, анимация есть, то головы нет. Видели? Да. Короче, вы его убили наизично. Чикен... Хоббит какой-то. А что он так бегает? Эй, она клюет? Это курица из CSGO. О, мы, кстати, можем тоже использовать в каких-то роликах прикольных. Да. Ай, по 10 хп. А что будет, если спрятаться от нее? Давайте я попробую пистолет. Ну, говно, ладно, неинтересно. Country Road. О, привет. Подожди, а что он будет бегать? Он просто за мной бегает? Ого! Нет. А что это было? Арбузом фиганул. Я подошел на желге. Он активируется как-то. Да, я подошел. Стойте, только не мочите его. Нажми Е. Нажми на Е. Ого, мне арбузом в голову дал. А вы подойти к нему нажать. Так, подожди, а что теперь делать? Он просто за мной ходит. Он такой прикольный какой-то формой. Смешной. У него ничего. Большой скромник.
Да, это реально большой скорость. Смотрите на его рожу, она как-то стрёмная очень. Там да. Ты знал, как у меня это выглядит? Это огромная просто ерорка. Да? Да. Хорошо, что да, у меня... Да. О, смотри, хват... Анимация есть. Хватает. И ногой топчет. Видели? Смотри, взял челика. Блин, круто. На тебе говно за это. Я не дамся тебе живым. Пацаны, отвлеките его. А мертвым дашь ты? Убили. Да. Отлично, да. Пацаны, спокойно. Спасибо. Красавчики. Давайте давай следующего. Дальше. Это реально классное. Так, это у нас сейчас Day 17. Ой, страх. Ого. В живот стреляйте ему все. Давайте я полечу сдалека. Вот этого я знаю. А что произошло? Кстати, пацаны, давайте я сейчас поставлю. Только не убивать, я хочу сдалека посмотреть на него. Кто это такой, хоть? Как он выглядит? Ого, у него усы. Или что, это борода у него? Это то, что убивает нас. Это щупальцами. Он хватает вас с земли ими и в рот тянет. Я хочу на его глаза посмотреть. Не дает. Эй. А подожди, он походу застрял. Мужик. Вот, все, пошел. Я его подвину, давайте сюда чуть-чуть. Давай во. Вот это он здоровый на всю карту. Что, мочим его, пацаны? Давай. Подожди, Димас, смотри, оно же огромное, да? Он же огромный, да? Для огромных случаев нужны огромные приколы. Не, не смешно. Правильно, ты правильно подумал. Нет, его не взял. Давай, короче, монетка его, наверное. Монеткой? Не взяло. Так, давайте следующего. Day 17 Worms. Ой, блин, ой, еще ой. Какой-то как шпагат, какой-то ходячий паук. А он ничего не делает, он просто стоит. Ого, он дергается. Блин, крутой человек. Смотри, да, давайте я хочу, чтобы он меня съел. Как оно будет со стороны? О, давайте сделаю, короче, камеру от третьего лица. А ну иди сюда. Только не убивайте его, пусть меня скушает. Ничего себе, у него щупальцы. Смотрите, прям под ними. Ну, схвати меня, схвати. Ай. Я вот. Не хватает, серьезно? Да я вкусный. Он меня съел. Вот я. Да не, он сейчас... Он за мной. Он рядом, вот я. Вот иди, стань ему, Димас. Ну, блин, рядом, я рядом, но между не... Между ног стань у него. Ну, между ног стою у него. Стрельни в него. Взял, скушал. Офигеть, только как-то странно это выглядело очень. Он опять застрял. Хорошо, я его удалил, потому что он какой-то очень стрёмный. Хорошо, смотрим дальше. Это у нас хейтлайт. Это у нас фонарь ходячий. О, он включился. О, он скушал тебя. Блин, тут все эти штуки NPC, они анимированные и очень круто сделаны. Разработчику респект. Ну. Все? Монеткой проверять. От первого лица получше было. А ну пусть он меня съест. Ух ты, вот это жесть. Ну пусть он меня съест, хочу анимацию посмотреть. А ну давай, вот я, говно. Я тебя в живот стреляю. Вот я. Я вижу, как он меня взял. Слушай, он тебя схватил, ты кружился вокруг. Ты видел, да? Какой-то баг был. Да, карусель. А интересно, короче, мочите пистолетами или чем там угодно. По голове, все. Ой, он, короче, странно очень было это. Я понял, в чем прикол. Если у него фонарик не свечится, значит он не орал. Хайгвей Вормс. Это, короче, скоростной червь. И какие-то маленькие с ним червячачки лазят. Вы его убили. Быстро очень. Что за эрорка там бегает? Вот, погнали еще раз. Да очень странно это смотрится как-то. Одна большая игрока и игрока поменьше, да. Ну, хорошо, маленькая. Это червяк какой-то реально баганный. Или сам NPC... А, я знаю за чего, потому что у нас есть другие моды, и они ругаются с этим. Скорее всего, так вот у нас. Наверное. Ничего. Сколько у него жизни? Оно, как он дамажит? Давайте проверим. Ай. Ого, он быстро хавает, ты видел? Нет. Ой. Ой, я растворил. Да ничего, обстоятельства, я понял. Так, давайте спекали его, сколько у него жизни, много или нет? А я попробую в него стрельнуть, вообще ничего. Он какой-то непробиваемый. Монетка. На тебе, кусок говна. Так, и последний у нас, знаете какой? Сирен Хейт. О, сирена говна. Сирена. А что, он сирену будет делать? Он меня сразу убил от говна. А где сирена? А ну-ка, я хочу к нему подойти и нажать Ешку. Ой, я слышу сирену, когда второго поставил. Слышите? Да.
Да, такая, знаете, как поломанная. Блин, классное выживание, SCP крутые. Ребята, напишите в комментариях, какой SCP больше всех вам понравился. А мне понравился... Мне кот понравился, вот этот. Слушай, Димас, можно будет найти большой лабиринт. Да, и с этими штучковиной повыживать. Да. Пацаны, будем короче... Узнавать, рядом ли они или нет. Помощь. Делаю веселье в конце. Монетку доставайте. Ой, что-то подлагивает. Или не? Какая монета? Нормально. Живем. Ой, побежали. Одного убил. Ого, их сколько, смотрите. А, они же могут прыгать. Ничего с ними жизни надо. И гидро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.